Художники Рязани так назвали выставку живописи и графики, которая открылась в выставочном зале города Орехово-Зуево. Масштабный проект разработан совместно с Рязанским художественным музеем и областной организацией Союза журналистов. Пейзаж во Владимирской области написанный, но тем не менее это вообще средняя русская полоса и очень характерная для и Рязани в том числе. Художники из Рязани приехали в Орехово-Зуево. Этой картиной Виктор Корсаков гордится. Говорит, любит ездить на пленэры, поэтому большая часть его творческих работ – пейзажи. Пишет в классическом жанре, хотя пробовал себя и как импрессионист. Вот, когда это соответствует внутреннему состоянию моего чувства и отношения в данный момент к природе, вот это я пытаюсь как-то ухватить, передать, и в этом нахожу ценность. Внимание привлекает каждая картина, прежде всего, яркими тонами и масштабом. В центре зала Ирина Рифель, мастер народной вышивки. К портрету хочется подойти ближе и убедиться, что написан он красками, а не вышит. Есть и работы в более приглушенных тонах. Рассматривать каждую картину хочется бесконечно. Это немножко другой, в какой-то степени, стиль, потому что Рязань, несмотря на то, что это Россия, поэтическая такая родина, может быть, для некоторых, но все равно у них другая школа, и это интересно. Среди работ картины мастеров, которые живут и пишут в Рязани, в настоящее время около 20 полотен выставки были написаны художниками, уже ушедшими из жизни. Этот выставочный проект подразумевает ряд ретроспективных выставок, которые пройдут в городах Подмосковья и других близлежащих к Рязани регионов. Всего это 5 выставок. И вот одна из них, первая, открывается в Орехово-Зуеве. А поскольку выставки ретроспективные, то они должны представить историю Рязанской организации Союза художников от момента ее основания до сегодня. Пришедшие могут оценить достижения нескольких поколений мастеров, окунуться в историю. Выставка живописи и графики продлится в течение месяца.